Мать с отцом были первыми, кто научил меня силе слова «да». Однажды они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «да». Нужна смелость, чтобы признать свой грех, вживить его в свою плоть и нести это бремя. Ну, с кого начнем? For the players.